Друзья, привет! Я всех приветствую на своем канале «Все лучше о Греции». С вами я, Ирина. И сегодня мы едем в несколькодневное путешествие на остров Эвия. Мы находимся в деревне Глифа, 70 километров от Волоса, откуда стартует наш паром. Стоимость билетов 46 евро туда-обратно вместе с машиной на двоих. Вот он уже напротив, этот остров. В прошлом году был очень сильный пожар, он горел очень долгое время. Вот, но так как он очень большой, протяженность его 800 километров. Несколько есть на него, и с Афин можно на него проехать. И вот от нас деревня Глифа находится в 70 километров от Волоса. И в 10 часов у нас стартует паром. Также отсюда стартует в летний период капитан Костас в этом году на Скопелос, Киатос и Алонисос. Прогулочное путешествие, шоу, программы на целый день. Утром выезжаете, вечером приезжаете. На острове проживает 120 тысяч человек постоянно. Есть места с кондиционерами, есть наверху. Сапамы. Рукала. Поедем снаружи. Собралась на самый верх, выше некуда. Глифа, пока-пока. Смотрите, какой островок есть маленький. Мы уже на место прибываем. Полчаса заняла наша поездка. Сняли небольшой отель, номер в небольшом отеле. Ехать от порта 15 минут прямо на берегу моря. Внутренний двор для детей, барбекю для детей, площадка, вечером будет тенек. И там тоже есть диваны. Вокруг горы. Это вход в наш номер. А, у нас тут еще сетка. Ну ладно, не буду ее вытаскивать. Такой у нас еще есть балкончик. И море. Мы быстренько. Нас поселили в номер даже раньше на полтора часа. В 12 заселения. И мы быстренько пришли на местный пляж, чтобы покупаться. Отдохнуть здесь вся вот такая набережная. Камни, камни. Песчано-галечный пляж, но такой. Аккуратно надо. Здесь заход хороший, а там и ежи я плавала вдоль береговой линии.
Море очень тепло. Пообедаем сегодня в местной таверне, Псара таверна. Тут и рыбные блюда, и мясные. Мы сегодня по рыбным пройдем. Офигеть, патата с пирамаком. Кальмары заказали. По 8 евро порция. Ну, делите, так? Может, так. Если горечь. Наш калат. А теперь романишь.